48-летняя Лера Кудрявцева показала интересные моменты самоизоляции. Звезда вместе с семьей провела время на природе. Ведущая шоу «Секрет на миллион» с удовольствием отдыхает от съемок и вечеринок дома, в своем подмосковном особняке. Компанию «Светская львица» составляют 32-летний муж Игорь Макаров и их 1,5-годовалая дочь Маша. Знаменитая телеблондинка гуляет в лесу и на территории загородного дома. Звезда канала НТВ поделилась милыми кадрами с родными людьми. Хоккеист даже в вынужденном отпуске совершенствует свое мастерство и тренируется. Кудрявцева запечатлела игру супруга с ребенком. Маленькая Маша как могла помогала отцу. Кроха с удовольствием подавала папе шайбы, а затем бежала к воротам и приносила их обратно. Девочка аккуратно складывала спортивный инвентарь в большое ведро, чем умилила родителей. Однажды малышка захватила сразу несколько шайб, которые немало весят. Все выложила, молодец. Ого! Глянь, с каким весом! Ничего себе! Ну все, помощница! Восхитилась Кудрявцева. Кудрявцева продемонстрировала, как ее малышка обидела домашнего кота Фофана. Телеведущая удивила молодого мужа оригинальным танцем. Игорь Макаров пошутил, что жена сошла с ума.